Из рук стал помидор, 60 тонн капусты, осьминоги. Минуточку. 3 рубля 25 копеек, гражданин. Получите квитанцию. Следующий. Люблю скучать. 2.50, напишите обратный адрес, гражданин. Следующий. Будьте любезны, бланк. Одну минуточку. Пожалуйста. Марочку, дайте, пожалуйста. Марочка. Одесса. Костя, дайте кондитерскую фабрику. Да не вы мне нужны, а фабрика. Остряк, самоучка. Машенька, разбирай 300 рублей. А телеграмма не опоздает? Не беспокойтесь, товарищ, ваша телеграмма будет доставлена вовремя. Верочка, следующий. Срочный, пожалуйста. Вот вчера поели мороженого, идем к берегу, и вдруг, девочки, Козя берет меня под руку. Взял под руку и говорит: Клава! Ну? Ну и больше ничего не сказал. А потом осветил балканский вопрос, заговорил. Ой, Клава! Ну что это за мужчина, который 6 месяцев только освещает какие-то вопросы? А что? Я как раз вот люблю говорить о серьезном. И ты знаешь мои установки. Козя очень хороший, только робкий. Так расшевели его. Ну, скажи ему: Козя, вы меня любите. Почему вы мне об этом ничего не говорите? Что так сказать? Конечно. А я бы в жизни так не сказала. Ну уж ты, профессор, молчи. Ну, что ты понимаешь? Даже на балах танцуешь с девчонкой. Ну, что же. А мне как раз очень нравится, что кое-то такой серьезный. О, Господи. Вот уж не завидую твоему будущему ухажеру. Как будете ходить и говорить про политику? Прелестный флёрт, убиться можешь. Молчи уж, Верка, права. Нет, а все-таки что бы ты ему сказал на Клаве вместе? Да. Ну, я бы сказала. Ну, я бы сказала. Радио, учебная тревога. Девочки, до отбоя не выходить. Радио, учебная тревога. Руки. Судейкин, возьмите его. Ого, силен, товарищ. Товарищ, я же спрошу. Никто вашей машины не тронет. Пошли. Ну и что ж теперь со мной будет? Промоют тебя, как дитю. Да ладно вам, братцы, дурака-то валять. Я же на работе. Послушайте, гражданка, мне некогда с вами в игрушки играть. Товарищ, наденьте противогаз. Оденьте противогаз. Да пойм... Ну ладно, черт с вами. Тащите. Умер. Ночью и за городом двойной тариф. Да. Двойной? Ой, всегда, если пропустишь этот последний трамвай потом. Товарищ, нельзя ли как-нибудь не так быстро, а? А то этот счетчик... Ну вот, здрасте. Я и так за вас 5 часов потерял. Ой, какой-то вы странный, товарищ. Причем же тут я? Была тревога. И потом международное положение вообще сейчас такое... Спасибо, газеты читаю по утрам, а сейчас ночь. И, кстати, ведь будет война, нам придется воевать. А вы будете дома сидеть с мамой.
чем дело? Я слезу. Золотого берега 6 километров. Все равно. Вы что, обиделись на меня? Нет. Ой, остановите, остановите, пожалуйста, а то у меня больше нет денег. Ну, сидите спокойно, а то вывалитесь. Товарищ, я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю. Куда вы пойдете одна? Темно. Ну, так что же, я ходила. Ходила. И дом будут беспокоиться. Вот уж нет, я живу одна. На Золотом берегу? Да. Скучно ведь, а? Почему это? Вот уж нет. Я здесь всю жизнь живу. Днем работаю, по вечерам учусь так, что мне некогда скучать. А где вы учитесь? На фельдшерских курсах. А работаете? Работаю. Работаю на почте. Какой? Вокзальный? Да. Мы там втроем работаем. Я, еще Клава, еще Вера. Подружки, значит? Ага. Подружки милые мои, подружки милые мои. Клава очень серьезная девочка такая, прям. Вера красивая. А вы? Я? А я никакая. Как же вас зовут? Меня? Да. Маша, а что? Нет, чего? А я Алеша. Алексей Соловьев. Вот и познакомились. Ой, звезда упала. Смотрите, какие сегодня звезды красивые, правда? Да, звезды здоровенные. Здоровенные. Вон Марс какой. Где? Вон. Он в два раза меньше Земли. И отсюда до него 250 миллионов километров. Ой, 250 миллионов километров? Серьезно, и может быть там живут люди. А это созвездие Андромеды. Откуда вы все это знаете, а? Ну вот, я же книги читаю. Я в технику не учусь, инженером буду. Ой, я мало читаю. Не успеваю. Я вот Ленина только-только еще начала. А Маркса я вовсе не читал. Вы Маркса читали, а? Читал. Да. Ну и как? Любопытно, в общем. Он большая медведица. Ага, про медведицу я знаю. Скажите, а как вы решили инженером стать? Вы сразу решили, а? Конечно, не сразу. А я сразу. Я доктором буду. Ну, сразу. Сразу это чепуха. Сразу нельзя решить. Вот я. Кем я только не предполагал быть. Путешествием, водолазом, в стратосферу хотел быть. Я даже одно время поэтом хотел стать, а потом плюнул. В общем, это чепуха, это легко. Скажите, а почему же вы все-таки решили стать инженером? А? Потому что инженером это все-таки самое интересное. Тут черт что можно быть. Вот ракета. Почему до сих пор не выдумали межпланетную ракету? Надо выдумать. И надо, чтобы эту штуку мы выдумали. Тут еще черти, что можно было? Верно. Да, это правда. Погодите. Давайте еще поговорим. О чем? Да о чем хотите. Ну, о чем? Вы хотите, я вам свои стихи почитаю? Почитайте. Весна. А вам какие, веселые или грустные? Ну, сначала грустные. Грустные, ладно. Угу. Осень, дождь идет, и тихо все кругом. Листья падают, кружатся под дождем. Вдалеке блеск моря голубой. Серые туманы вьются надо мной. Ну как, ничего?
Очень хорошие стихи. Как ты? Свободен? Свободен. Вот подвезло. А то не трамвай, не троллейбус, не такси. Ну, прямо хоть на улице ночуй. На вокзал, товарищ. Маша, что же мы так больше не увидимся? А я не знаю. Маша! А? Вот что. В субботу будьте на площади у театра под часами. 8:30. Я возьму 2 билета в театр. Ладно? Ладно. Я с поезда. Сколько стоит? 5 рублей. А пробой доставлю? Срочные мы доставляем в течение 2 часов. Следующий? Здравствуйте, дядя Вань. Москва, наркомат среднего машиностроения Сидорову. Апрельский план выполнен 83%. Опять 83%. А даже 100-то будет, дядя Иван. Чего там только ваши комсомольцы смотрят? Честное слово. Говорите. Эх, маяк, маяк. Следующий. Балаклаву, говорите. Отдайте пищепром. Груз отправлен на сжарь. Обеспечить приемку транспорта. Это почему надо еще покушать. Нет, нет, он уже говорил. Кто ждет семьи? Да. Кабина номер 2, пожалуйста. Балаклава. Балаклава. Машка, волнуйся, честь от 8-го. Балаклава. Будьте любезны, Влад. 2 рубля. Примите срочно. Давай, срочно. Закончен ремонт 20 случаев обеспечения своего материала. Примите. Почему так без очереди? Деньги перевел. Волн я. Я опаздываю. Я же с поезда. Все с поезда. Будьте любезны, гражданец. Ты не толкай, не толкай. Что мне, пенсионеры, что ли? Не должен такой. Ты в этих делах абсолютно ничего не понимаешь. Будь осторожна, я тебе говорю. Да почему я ничего не понимаешь? Он умный, начитанный парень, будущий выдающийся инженер. Выдающийся. Ой, девочки, если вы слышали, какие он мне стихи читал. Вер, стихи уже читал. Наш что, тихонько. Девочки, на 9-го, девочки, я опоздаю. Маш, не опоздаешь, возьми свои нервы в руки. Верка, ну посмотри, ровно. Ровно. Девочки, а вы знаете, сколько километров до Марса? Ну? 250 миллионов. Это он тебе сказал? Угу. Не верь. О, четверть 9-го, девочки, я Машка! Честное слово. Господи, ну пусть подождет. Никогда не надо первой приходить на свидание. Дай-ка я тебе свой бант приколю. Вот, спасибо. Только будь осторожна, не потеряй. Угу. Готово. Ну-ка, пройди. Подожди, Маш. На, у тебя мою сумочку. Только не махай, а то замок ослаб. Ну-ка, пройди. Красота! Я всегда говорила, что у нас Машка просто хорошенькая. 20 минут 9-го, я опоздала! Thank you.
Маша, здравствуй. Ой, здравствуй, Сережа. Клава еще здесь? Клава ушла. А, черт. А что случилось? Да Котька письмо просил передать. Сам боится и... Опять поругались? Ну, ясно. Сережа! Сережа, кстати, я вас хотела спросить. Скажите, у вас в гараже работает такой Алексей Соловьев? Работает. Сережа! Только не говорите никому, ладно? И Коде тоже. А что такое? Скажите, где я могу повидать этого Соловьева? Он мне очень нужен. А он болен, лежит. Болен? Угу. Ну, пока. Всего. А вот, в общежитии. Спасибо. Только он болен. Ага, я знаю. Кто это такой? Колёшки. Соловьёв. Филактику надо чаще ставить. Вы к кому? Мне Алексея Соловьёва. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алеша. Он спит. А вы что хотите? А я вот к нему пришла. Он болен. Ну а что с ним? Может, ему чем-нибудь помочь можно? А чем же можете помочь? Врач был, сказал, что вечером в больницу отправят. Вы бы шли, гражданочка. Вот выздоровеет. Тогда и ходите. Да вы не беспокойтесь. Мы за ним смотрим. Ну как же вы смотрите, товарищ? Вот и шумно у вас тут. Вот курите. А вы кто же ему будете? Я? А мы с ним друзья. Вот он нам про такого друга не рассказывал. Это правда, правда? Вы. Свеча пробивает. Смейте свечу. Скорее, поскорее. Алеша. Алеша. Ему очень плохо, товарищи. Алеша. Его нельзя тут оставлять. Его надо в больницу или в отдельное помещение. Алеша. Алеша. Здрасте, Алеша. Это кто? Это я. Это я, Маша. Помните? Какая Маша? Ну как же, Алеша, вы помните тот вечер? Мы с вами ехали. Вы мне еще про звезды рассказывали. Какие звезды? Меня зовут Маша. Я даже еще помню ваши стихи. Там как серые туманы вьются надо мной. Маша. Да-да-да-да-да. Маша, вы откуда? Как вы сюда попали? Я пришла. Что-то плохо мне, Маша. Это хорошо, что ты пришла. Ты не уходи. Я не уйду. Не уходи. Я не уйду, не уйду. Изучение соединений костей между собой составляет тот отдел анатомии, который называется синдесмологией. Называется тот отдел анатомии. Маша, ты все сидишь? Угу. Сколько дней ты так сидишь? Много. Ты поспала. Я посплю, посплю. Синдисмология называется тот отдел анатомии, который изучает соединение. Ну вот что. Я тебе все наврал. Что наврал? Все. Что все? Ничего я такого особенного не читал. Готовился в технику. Гараж попал в прорыв. Стал вытаскивать, учебу бросил. Ты меня слышишь? Конечно. Вот у тебя почему-то выходит. Тут работаешь и учишься. По ночам что-то сидишь, долбишь.
Вот я никогда так не мог. Глуп, в общем. И набрал тебе зачем-то. Ты не волнуйся, спи. Только ты не уходи. Я не уйду. Не уходи. Ты знаешь, не очень хорошо с тобой. Да я не уйду, не уйду. И Маркс я тоже не читал. Ты слышишь? У нас сегодня Славкой прям сумасшедший день. На почте уйму народу, а после... Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Иванович. Красномольское собрание. А потом поедет учеба. Здравствуйте, Маша. Привет. Кодя, ведь сегодня же был наш Славка доклад о Чернышевском. Ну? Ой, Котька, ты знаешь, мы так волновались. Дядя Вася, вот как хорошо, что вас встретила. Могу вам долг отдать. Бережите, конечно. Да будет, Маша, что спеши? Леша поправит сам отдам. Нет, нет, дядя Вася, это не Лешин долг, а мой. Это бережите. Знаете, это долг. Все, гостинцы носишь. Смотри, избалуешь парня. Он же больной, дядя Вася. Ну, гляди. Дядя Вася, вы подошли к нему. А. А, здорово, дядя Вася. Жив? Да, теперь жив. А, значит, все-таки выходил тебя, Маш? Выходил. Так. Ну, а когда свадьба? Какая свадьба? Ой, хитрый. Но мы тоже хитрые. Будем на свадьбу плясать. Ты вот что, смотри, где-нибудь не ляпни. А то еще ляпнешь где-нибудь, Маша узнает, совсем будет ерунда. А то она не знает. Пойми, голова, что у нас совсем другие отношения. Окей, что у вас отношения? Маша очень хорошая девушка, чудесная. Ну, причем тут свадьба? Мы совсем не собираемся жениться. А как же? Вот а так же. Я вовсе в нее не влюблен, и она в меня не влюблена. Мы просто очень хорошие друзья. Вот оно как. Жаль. Ну, да и так-то, конечно. Да-да, можно. Ну, выздоравливай. На днях за реку, понял? Ходи. А знаешь, Маш, тебя все очень любят у нас. Да? Да, и вот дядя Вась тоже сидел, все про тебя бубнил. Что же он говорил? Да чушь, конечно. Но тоже любит тебя. Кать, собрался. Я домой. Как домой? Так рано? Угу. Мне нужно идти, Алеш. Ну вот. А я хотел с тобой поговорить. Поговорить? О чем? Об очень важном, что касается нас обоих. Обоих? У меня есть тебе предложение. Дай слово, что согласишься. Какое предложение? Нет, дай раньше слово. Ну, хорошо. Вот что. Я твердо решил учиться по-настоящему на инженера. Понятно? Чего ты на меня так смотришь? Потому что я не смогу, как ты, и работать, и учиться. Милый мой, ты еще меня плохо знаешь. Так знаешь, Машенька, давай на первых порах вместе заниматься. Ты знаешь, я за последнее время понял одну штуку. Нельзя мотаться. Надо в жизни найти какую-нибудь одну точку и долбить, долбить, пока не добьешься. Или уж башку разбей, или добейся, понятно? Как же, Маша, согласна? Ну, хорошо. Здравствуйте, дядя Вася. Ах, Валя Тимофеевна. Котики здесь нету? Нету. Дядя Вася, милый, только ты не говори, что я здесь была, ладно? Ладно. Передай котике эту записку. Что? Опять поссорились? Да нет, чуть-чуть. Молодцы. Дядя Вась, только... Ну вот ведь, как в могиле. Ну, я пошла, до свидания. Да, Клайся, Маша. Спасибо. Что, я не видел нигде? А я не знаю. Может, случилось что? Нет, это секрет. Стоп. Какой секрет? Да ну, дядя Вась, ну просто так. Ну, говори. Да она, дурёха, стесняется.
У нее ботинки прохудились. Ну? Ну ведь за время Лешкиной болезни она ведь почти все вещи продала. Так. Ну. Здоровья! А, Лешка, вот ты-то мне и нужен. Дядя Вася! Только Лешке смотри ни слова. Ты знаешь мои установки. Машку знает, обоим нам голову оторвет. Могила. Алеша, а я торопилась, думала, ты уже здесь. Здравствуй. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, где твои новые туфли? Какие туфли? А где твоя желтая кофточка? Какая кофточка? А я ее, это самое, одолжила девушкам. Врешь! Я теперь все знаю. Пока я болел, ты из-за меня все свои вещи распродала. Вот где твои вещи? Вот смотри, чулки, штопанные, перештопанные. Чего это? Совсем еще хорошие чулки. Ну говори, кому ты должна? Я никому не должна. Маша? Я никому не должна. Машка, ну зачем ты мне врешь? Скажи, ты мне друг? Ну? Ну, так зачем ты меня обманываешь? Ну говори, кому ты должна? Ну, в кассу взаимопомощи должна. Вот видишь? И сюда. Ну? А вот пока держи 100 рублей, через месяц-полтора привезу остальные. А почему это привезу? Что, уезжаешь? Ага. Куда это? Тут, в одно место. Какое место? О чем ты говоришь, Алеша? Курорт, на лето. Поленцев, мой приятель, зовет меня с собой. Там, понимаешь, линии выгодные, шоферы большие деньги зарабатывают. Позволь. Я ничего не понимаю. У тебя скоро экзамены. Ну, есть вещи поважнее экзаменов. А книги я забираю с собой. Алеша, оставь книги. Ты никуда не поедешь. Ну, здравствуйте, конечно, поеду. Я уже с управлением договорился. Чудачка, ты пойми. Я никогда не пойму человека, который 20 раз меняет свои решения. Бросит все из-за какой-то ерунды, из-за каких-то денег. Хватит, Маша. Решил ехать и поеду. Ну и, пожалуйста, езжай. Ну и поеду. Ну и езжай. Ну и поеду. Ну, езжай. Только забери отсюда свои дурацкие деньги. Дура. Вот вы говорите дружба. Вот Алёк всегда меня ругал. Собрание там против меня шел. А я не сержу. Да мне плевать. А раз парень в беду попал, он задолжал. Ты красишь, мы его бросим? Я с ним бросил. Алешка, поедешь с нами, хорошие денежки заработаешь. Ну, а там еще пододвинем, правильно? Правильно. Ну, а чего это? Мировой же ты парень, но задавак, заносишься. Бывало, идешь со своей учительшей, рожа постная, портфель под мышку. Тьфу, глядеть тошно. Ладно. Андрей. Зачем сюда пришла? Уходи, Маша, пожалуйста, уходи. Алёш, куда? Милости просим к столу, и даму просим. Поленцев очень рад. Ой, да я ж только на минуточку. Ну, почему на минуточку? В приятной компании не грех на часок посидеть. Ну, что пьёт, шампанский или водка? Ой, нет, спасибо, я не пью. Ну, что? Ну, пиво, ну. Пиво? Ну, пиво, пожалуйста. А ну, давай. Прошу. Алеша, а ты раньше с нами не будешь? Нет, пить до дна.
Право, говорили, не пьющий. Уж очень горько. Много слыхала вас. Вы, говорят, с Алешкой географию изучаете. Он ведь к экзамену готовится, да? И что же, у вас до этого уже много учеников было? Или вы с первым с ним занимаетесь? Ой, да я же вообще не учительница. А, значит, по добровольной склонности. Так, так, так. И много вы так занимаетесь? Много. Вы знаете, иногда даже до поздней ночи прям приходит. И что же это значит, я же... Узнаешь? Пойдем. Голубки, голубки! Роман и Жульетта! Порядок! Потише, гражданин. Порядок. Алеша, Алеша, ты как думаешь, я им понравилась, а? Понравилась. Они все такие веселые. Вот и Борец тоже, видно, веселый. Он сукин сын. А? Сукин сын он, мерзавец. Веселый. Правда? Знаешь, вот мне тоже так показалось. Только я очень боялась тебе об этом сказать. Боялась. Чудачка ты, Машка. Алеша, ты знаешь, вот когда ты ушел сегодня, мне стало так грустно, грустно. Даже хотелось плакать. Я, конечно, не плакала. Но было очень грустно. Не надо с ним ехать, Алеша. Вот я подработаю вечерами и отдам долги. Да это отдаст. Ты, я буду работать. День и ночь буду работать. Понятно тебе? Ну хорошо. Ну чего ж ты сердишься-то? Смотрите, какой сердитый. Тебе не холодно? Нет. Ну ладно, холодно. Пока. Эх ты, Машка моя дорогая. Вообще, видно, Машка ничего в жизни даром не дается. А до черта сколько работать, чтобы чего-нибудь добиться. Все трудно. Нет, это только начинать трудно. А потом уже когда втянешься, ну трудно, конечно, но легко. А знаешь, все-таки, наверное, самая большая радость в жизни — это когда преодолеешь какую-нибудь самую большущую трудность. Я... Вот послушай стихи. Я планов наших люблю громады, размаха шаги сожжения. Я радуюсь маршу, которым идем, в работу и в сражение. Ой, Алеша, какие хорошие стихи. Твои, да? Нет, это Маяковского. Но все равно хорошие стихи. Угу. В работу и в сражение. Хорошие стихи. Ага. Тревога. Граждане. Пошли. Учебная тревога. Как часто стали тревоги? Да, третий раз за два дня. Ой, волнение у нас сейчас на пункте. Все что-нибудь прибежали, надели халаты. И доктор уже пришел. Как жалко, что я сегодня не дежурю. Машка, милая ты моя, если бы ты знала, какая ты чудесная девушка. Я, да что ты, Алеша, я же некрасивая. Ты чудесная. Сегодня, когда ты меня ругала, у тебя нос был какой-то такой курносый, сердитый. Ой, нос сердитый. Я вдруг понял. Пьяный, Алеша, ну, погоди, Маша, не дурась, это очень серьезно. Я люблю тебя, понимаешь? Не надо. Не надо, Алёха. Ой, как это не надо. Маша. Ну почему, Маш? Почему? Ведь ты же не любишь меня, Алёша. Люблю, глупенько. Не знаю. А как бы я хотела, чтобы ты меня любил. О, Машка, родная, ну это же так. Так. Не знаю. Ну, как хочешь.
Алеша. Алеша, ну ты не сердись. Вот когда я буду знать, что ты совсем-совсем мой, я тебя поцелую. Честное слово. Клава, смотри, чтобы не убежала. Посоли. Ты режь огурцы, я буду резать. Ну что, прибыл? Прибыл. Срезался. Выдержал. А, значит, по всему случаю вал. Вал. Я не убавила. Эй! Иди сюда. Ну как? Хорошо. Ой, где же шкафик? Есть, Лав. Ой, осторожнее. Машенька, иди сюда. Ну, ладно, все. Хорош, дядя, хорош. Да брось ты тарелку, пригласи. Ну, подожди. Стой здесь. Зажмурься. Зачем? Зажмурься, тебе говорят. Да. Готово? Ой, какие туфли. Ты надень, а то может не годятся. Ой, какие туфли. Ну, пройдись, пройдись. Пройдись, пройдись. А как, не ждет? Никак не ждет. Алеша, а как же ты вспомнил, а? Вот видишь, вспомнил. Я же только знал, как мне это приятно. Алешка, я сегодня ужасно счастлива. Ну, хорошо. Товарищи, я предлагаю этот тост за самую хорошую, самую милую, самую замечательную. Лёшка, Лёшка, не смей, не смей. Про Машу я буду говорить. Дорогие товарищи. Вот сядь, не смей. Товарищ, он абсолютно не умеет говорить речи. Ну, погоди, Клава, ну дай мне сказать, я подготовился. Товарищи, я подготовился. Говори, говори. Дорогие товарищи. Ой, Верка. 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 Наша Верка пришла. Наконец-то беру тебя. Товарищи, вот познакомьтесь, пожалуйста, это наша Верочка. Куда же мы ее продаем, а? А вот сюда, сюда. А, ну садись, садись сюда, на мое место, Верочка. А ты как же? Ну, я все равно бегаю. Здравствуйте. Верочка, познакомься, это Алеша. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот тут какой этот загадочный Алеша. А какой? Привет, ничего. А вы знаете, я вас себе именно таким представляла. Да? Да. А я вас нет. Ну что же, я оказалась хуже. Да вроде нет. Да вроде нет. Не очень-то вы любезны. Ну вот, здравствуйте. Алеша, почему же ты ничего не кушаешь? Совсем за ней не ухаживаешь. А он не умеет ухаживать. Или не хочет? Ну почему не хочу? Потом салат. Потом... Салат. Дорогие мои товарищи, разрешите мне все-таки сказать речь. Речь и потом. Давайте вы станцевать. Вальс, вальс. Маша, а ты почему танцуешь? Не дело. Мы тут посуду таскаем, а Алешка там танцует. Ничего, мы его тарелки мыть заставим. Машка, ты ничего не заметил? Что такое? Поздравляю. Ну ты что, слепая? В чем дело, Клава? Ну так вот можешь себя поздравить. Ну пойди посмотри. Thank you.
Лешка, иди сюда, я тебе речь скажу. Опять речь? Не надо речи. Давайте лучше танцевать, веселиться. Давай. Нет, не хочу танцевать. Давайте лучше играть в жмурки. Давайте. Давайте. Ну, жмурки так жмурки. Или в мнение, товарищи, Вера, Алеша, хотите с нами играть в мнение? В мнение? Давайте. Мы с Алешей уходим, а вы нас в мнение собираете. Ну и чудесно. Ваня, собирай мнение. Я знаю, отлично знаю. Вы ни на кого, кроме Маши, не обращайте внимания. Вообще, другие девушки для вас не существуют. Ну а что, разве это плохо? Неплохо, а скучно. Маша хорошая девушка, но сухарь. Скажите сразу, вы хоть раз не поцеловали? Нет. Урете? Да вы и сами, наверное, целоваться не умеете. И вообще какой-то неотесный. Лохматый какой. Ходи, я спишу. Вот теперь вы хорошенький. Теперь вы мне нравитесь. Машенька, ваше мнение? Друг и подруга. Что это мнение? Дядь Вась, наливайте бокал, я сейчас речь скажу. Алеша, Вера, вас ждут. Как нас ждут? Мы ведь играем в мнение. Боже мой, мы же действительно играем в мнение. Нет. Товарищи, ну где вы там пропадаете, ей-богу? Я начинаю свою речь. Клавка, не смей перебивать раз и навсегда. Дорогие товарищи, вот перед вами чудесная девушка. Зовут ее Маша. А вот Алеша, сейчас я вам открою один секрет. Она влюблена в Алешу, а Алешка влюблен в нее. Отстань. Вот так доклад. Да ты погоди, они любят друг друга без памяти. Они мои друзья, я их люблю обоих. Пускай они поженятся, пожелаем им счастья. Ты знаешь, мы теперь вместе. Я шикарна. Котик очень хороший. Да, котик очень хороший. Ну, а как остальные? Кто? Вера, Алеша. Как они? Да никак. Ты же знаешь, Алеша уехал. Уехал? Да. Куда? Уехал учиться. Вот как. Ну, а Вера? Что Вера? Вера как Вера. Ты же знаешь Веру? Машка, Машка, ну, все-таки ты тогда начудила. Ну, мало ли что бывает. Но Алешка сглупил, слегка мысленничал. Но любил-то он все-таки и тебя. Не знаю. Нет. Нет, Клавочка.
Когда любишь человека, и так хочется, чтобы ему было хорошо. Все, кажется, готовы сделать для этого. А если нет этого желания, тогда это не любовь. Листья падают, кружатся под дождем. Ну-ка, Анька, я пойду. А то я на курсы опаздываю. Машка, как учеба? Ничего, подвигается. Наш выпуск ведь ускоренный. Сама знаешь, время тревожное. Думаешь, война все-таки будет? Думаю. Машка, ну ты бы зашла к нам, а? Мы в Скоте были очень рады. А я зайду. Вот там зачет и зайду. Ну, пока. Машка, так мы ждем. Ответа не последовало. Поэтому советское правительство пришло к выводу, что оно больше не может поддерживать нормальных отношений с правительством Финляндии. И потому признало необходимым отозвать своих политических и хозяйственных представителей. Девочки, это война. Сейчас гады в атаку пойдут. Сегодня третий раз отбиваем. Давай, жми. На небо. Звезды какие. Да, красиво.
Вон Марс. А вон созвездие Андромеды. А ты откуда знаешь? Да вот знаю. Спасибо, вот вот. Простите. Осторожно. Маш! Здравствуйте, Маш. Здравствуйте, Алёша. Ну что ж мы стоим? Давайте сядем вот сюда. Давайте. Ну, рассказывайте, что вы, где вы, откуда вы? Ну что же я? Я с фронта, работаю фельдшером. Фельдшером? Угу. Синтесмологией называется тот отдел анатомии, который... Еще помните? Ну как же. Эх, Маша, Маша, вот не думал вас тут встретить. А помните наш городок? Общежитие? Конечно, помню. Смешное было время. А помните, как мы с вами познакомились? Приехали на Золотой берег, долго стояли. Вы мне еще какие-то стихи читали. Да, чушь какую-то читал. Плохие были стихи. Разве? Не знаю. А тогда они мне казались хорошими. Ну, а как вы? Вы танкист? Да. Я в 14-й. Угу. Подраивал, был ранен. Вы были ранены? А теперь отправляют в отпуск на 12 дней. О, здорово. Подумайте, целых 12 дней. Здорово. А вы надолго сюда? Нет, на рассвете обратно на фронт. Маша, вот мы опять встретились. Вы знаете, я так много хотел вам сказать. Маша Степанова! Стасю! Маша Степанова тут! Здорово! 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 Ты как сюда попал? Медикаментами, а вы куда? А вы, мама, и на Выборгской. На Выборгской? Да. Ну, я тоже сюда скоро. Ну, да, ну ты знаешь, без передыха, а? Без передыха. Давай, давай, давай. Ну, приезжай, Маша, потом без тебя пропадем. Да, встречи, а кто вам письма до подарки привозил, а? Ты. А. Я привозил. Ну, ну пока, увидимся. До свидания. Увидимся. Однако у вас много друзей. А как же, это же все наши. Я с ними под Ильвесом в окружение попала. А-а-а. Значит, в Ленинград, Алёша? Да, в Ленинград. Какой чудесный город. Походите там по театрам, по музеям. Выспитесь как следует. Устали вы, Маша? М? Устали? Нет. Не очень. Трудно. Алёш, помните, как-то вечером мы шли с вами?
Вы мне сказали тогда одну фразу. Я ее часто теперь вспоминаю. Вы мне сказали, что, вероятно, самая большая радость в жизни бывает, когда преодолеешь какую-нибудь самую огромную трудность. И вы знаете, это правда. Это именно так. Да, конечно, так. Эвака машина на Ленинград. Кто здесь из раненых отпускников? Ваша машина, сэр. Ну, до свидания. До свидания. Значит, завтра обратно на фронт? Какой завтра? Уже сегодня. До свидания. Маша, что же мы так никогда и не встретимся? Почему не встретимся? Вот видите, танкист. Был ранен под Райволой. Находился на излечении в лазарете. Направляюсь в 12-дневный отпуск. Как? Желаю прервать отпуск и вернуться в часть. Ваши документы. Ранение в плечо? Да. Обратно в танковую часть я вас направить не могу. Прошите в пехоту. Маша Степановна. Маша, спи. Витя, я уезжаю на фронт, мне бы надо ей сказать два слова. Ведь человек две ночи не спал. Понятно. Маша, спи. Thank you.
Скорее всего, пойдем в атаку. Такой. Я Степанов. Как звать? Михаил. Так, ну держи, где письмо? Второго марта. 11 дней гуляй. Да это не мне письмо. Это какой-то Маш. Как Маш? Так вот Маш. А ну читай, читай. Да как же я буду читать чужое письмо-то? Неловко. Вот чудаки. А может здесь что-нибудь важное? Вон оно. 11 дней валяется. Чего ж тут стесняться? Дело фронтовое. Может, и кто увидит, расскажет. Ну, конечно. Дорогая Маша, много месяцев я хотел тебя встретить. А когда, наконец, встретил, то так ничего и не сказал. Маша, в тот вечер, когда мы расстались, я, как мальчишка, решил бросить все, уехать, забыть тебя. Но я не забыл тебя. Я многое передумал за это время. Я понял, что встреча с такой девушкой, как ты, огромное счастье в жизни. И это счастье надо уметь сберечь.
я не сберег. Маша, мы уже не дети. Мы знаем, что скоро наступит время, когда будет решаться судьба всего мира. И эту судьбу будем решать мы. Ты, я, другие такие же, как мы. Перед нами суровая боевая жизнь. И если в этой жизни тебе будет когда-нибудь трудно, я приду к тебе, где бы я ни находился. Твой Алексей Соловьев. Да. Надо бы, братцы, все-таки эту Машу найти. Да. Давно зажил. Машка. А-а-а. Родная ты моя. Любимая ты моя. Машенька. Что? Как? Нет!